Добрый день! Вы на канале Аннабель. Вернее всего, уже вечер. И я сегодня в рождественский день всех поздравляю с Рождеством Христовым и решила в своем саду проверить укрытие, как себя гортензии чувствуют под укрытием, и открыть самшиты, потому что моя мама переживает о них. Говорит, как ты могла укрыть их? Так вот, сейчас попытаюсь их открыть. Итак, пока я открывала, вот мои самшитики. Сейчас я на них посвечу. Вот так они выглядели под укрытием. Все, что белесое, вы видите на мульче, это микориза. Это не плесень. На хвое не может образоваться плесень. Это споры микоризы. Вот если посмотреть поближе, вскрыла я один саженец. Тут плохо видно. На втором саженце тоже плохо видно. Мне приходится фонариком подсвечивать. Сегодня у нас 7 января. Вот так выглядят мои кустики. Видите, почечки есть. Все отлично, все зимует. Осмокот набирается жидкости. Если вы видите, почечки зелененькие. Показать я четко не могу, потому что в одной руке фотоаппарат подсвечивает, а во второй, второй рукой я снимаю на камеру. Так, вот еще. Обратите внимание, там везде есть почечки. И видите, побеги, они постепенно становятся коричневыми. Они были зелеными, еще не успели отревеснелить. Вот. Вот могу еще поближе показать. Мульча, которую я подняла, вот это верхний слой, он влажный. Вот это внутренний слой, он сухой. Вот такая подстилочка. Агроволокно на этой грядке. Здесь в два слоя, а дальше в один слой. Вот уже наступил вечер, солнышко садится. И вот так выглядят наши кустики. Я это все прикрою. Видите, как глубоко получается. Толстым слоем насыпала. Вот это вот белесое, это все наша замечательная микориза. Она будет присоединяться к растению и помогать ему добывать питание и выживать в жаркую пору. Спасибо вам, что были на канале Аннабель, что интересуетесь растениями. До новых встреч. Пока-пока.